Всех приветствую на своем YouTube-канале. И сегодня я вам покажу и расскажу, как чувствуют у меня два кустика ёшты, посаженные мною год назад укоренившимися черенками. В настоящий момент у меня на укоренении находится уже 16 кустов, среди которых ёшта, а также красная, черная и белая смородины. Все они продаются, ссылка в описании под видео. Ёшта — это гибрид черной смородины и крыжовника. У нее очень вкусные ягоды с оригинальным вкусом. Кусты прекрасно растут и дают урожай на любой почве, при любом освещении, при любой положительной температуре и абсолютно не требовательны к поливам. Кусты прекрасно себя чувствуют как в условиях засухи, так и в условиях болота. Данные два кустика посажены черенками год назад. Ничем не удобрялись, никак не поливались, только прополол один раз, и то для видео. В зарослях травы они прекрасно себя чувствуют и со временем подавляют сорняки. Всем рекомендую иметь у себя на участке хотя бы один куст ёшты, но для хорошего пыления необходимо наличие у вас или у ваших соседей кустов черной смородины и крыжовника. Без них урожай будет очень и очень скудный. Приобретайте у меня саженцы. Всем спасибо за просмотр. С вас лайки и колокольчик, а также подписка, если по какой-то странной причине вы еще не подписаны на мой канал. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!